Так, ну что, продолжаем наши походеньки. Вышли мы, короче. Идем сейчас на дом, но перед этим жене кто-то сказал, что в магазине «Чайка» есть распродажа панелей. Ну, вот эти, знаете, такие кухонные панели, там ванну и них можно. И вот, короче, мы с женой решили с Илюхой зайти. Попытать свое счастье. Они там по 70 гривен, хотя так стоят по 130. Да, по 130? Ну, я покупал по 130. Так что спустимся в китайскую стену. В чаечку зайдем, глянем, что у нас там. Детская площадка пустая. Никто не хочет на ней играть, гулять. Правильно. Не... Ты хочешь? Давай. Мама, короче, сбагрила Илюхе свой рюкзачок. Сама идет такая налегке. Говорит, ля, как хорошо, говорит, без рюкзака. Господи, когда же эта церковь достроит, а? Я помню еще этого человека, который собирался строить эту церковь. Но так, короче, что-то не получилось, и он, в общем, его нет уже. Короче, от маленького самолета поднимаемся по аллейке. Решил зайти в магазин «Пуфик» с женой. Зашли, офигели, да? Самый дешевый диван, недорогой, с деревянными бульцами, 13 тысяч. И понеслась 20, 25, 28, 30, 35, 40. Ну, это как бы наглость. Чуть управляемся по норам. Люди позашивались. Я знаю. В страшном сне снится будет его. Чё задумался, Лёха? Господи. Бесстыжие. Продом бесстыжие, а? Что-то такой страшный-то, а? Да, деревья подрезали. Как в фильме ужасов. Жонушка! Девушка, девушка в сером пальто, пройдите, пожалуйста, возьмите своего мужа за ручку. Жонушка. Девочка, девушка, девушка. Моя белявочка. Сынка. Так, ну что, ребят? Уборка у нас... Дом идет полным ходом. Мы с вами заменили две доски. Новые болты поставили. Оцинкованные. Так что, в принципе, подготовку как таковую сделали. Единственное, что нам осталось будет, но это уже потом мы сделаем. Покрасить вот это все. Вот эти вот стоечки. Кузов может тоже, в принципе, прокрасить, потому что он вообще ржавый. И сейчас мы с вами будем пробовать кидать тент. Сейчас моя достопочтенная госпожа жена будет у меня помощником. Пока мы ее оставим, пока она там ковыряется. Домой! Мой ежик в тумане стоит в вышине. Мой ежик в тумане стоит в вышине.